Меня зовут... Раз, два, три. Раз. Меня зовут Екатерина Романова. Я приехала из Челябинска. Знаете, где Челябинск находится? Хотя бы примерно. Взрослые-то знают, конечно. Подальше, чем Казань. Да, подальше, чем Казань. И песню я спою, которая называется «География». Это, знаете, у меня два предмета в школе были, ну, просто никак. География и физика. Вот. Но когда я стала взрослее, когда я куда-то приезжаю, я уже понимаю примерно, где это географически находится. Вот. Но песня не совсем про то, куда я приезжала. Я очень мечтала поехать в эти места, но так складывалось, что то деньги со временем не совпадали, не то время с деньгами, то загранпаспорт не начался, то закончился. Вот. Поэтому я представила, что можно закрыть глаза и силой воображения оказаться в любой точке земного шара, где я мечтала оказаться. Вы тоже так можете путешествовать, если захотите. Утро сделает вдох.